Привет, меня зовут Катя Лейд, я сделала борсенка, правильно? Борсенок сделан из искусственного меха, полностью покрашен вручную, тонирован аэрографом. Глазки стеклянные, нос запекаемая пластика, есть подушечки на лапках, тоже запекаемая пластика. Он полностью подвижен, голову можно поворачивать, можно наклонять, но насколько он может, в общем, он это делает. Лапки тоже у него сгибаются, потому что внутри проходит пластиковый скелет, голова, шея, в хвосте тоже пластиковый скелет, в лапках пластиковый скелет. А внутри синтепон холофайбер, стеклянный гранулят для утяжеления, глазки стекло. Вроде все сказала. Вот такой вот малышастик получился.